Всем привет, друзья! С вами Натали. И готовлю просто офигенный завтрак. Сразу говорю, да, что нигде не смотрела на Ютубе, есть ли такой вариант. Почему-то в голову пришло, что хочу приготовить в пакете. Для этого разбиваю два яйца в миску. Хорошо их перемешиваю до однородного, чтобы была консистенция. Солю. Старайтесь солить, ну, не пересаливать, но хорошо солить, чтобы еда была вкусной. И очень важно, если вот добавляете грибы, там помидоры, можно либо дать возможность грибам с помидорами постоять желток и белок, когда, да, вы уже перемешиваете, либо отдельно подсолить немножко, чтобы очень часто, что помидоры более пресные становятся, то есть яйцо как забирает в себя больше вот эту соль, и курица, грибы, помидоры, они более пресные в яйцах. Поэтому можно в яйца немножко добавить соли и уже отдельно все присолить. Добавила я зелень. Сейчас я режу мелкие грибочки. Я их беру в магните. Они прям там в упаковочке идут в контейнерах. Прям миленькие такие бэби шампиньончики. Тоже вот нарезаю слайсами такими. То есть видите, что они прям миленькие. Самое главное, я предварительно поставила воду, чтобы закипало. Сейчас подготовлю все. Нарезаем помидоры. Сначала я самый первый кусочек срезаю, потому что нужно, чтобы помидорки были меньше кожицы. Ну, в еде, когда именно горячая термическая обработка происходит, то есть шкурка не очень приятна. Поэтому я стараюсь вот эту основную стенку убрать первую. Нарезаю кубиками помельче. И сейчас также переложу в миску. Также все тщательно перемешиваю, чтобы желток с белком объединился, однородная масса была. Беру грудку, у меня здесь грудка куриная, она более мягче и более, как сказать, да, такая в готовке консистенция более податливая в плане того, что еще быстрее, чем индейка готовится, в плане мягче, быстрее становится. Вот на этом этапе уже, когда я сейчас нарежу мелкие кубики, уже я могла, в принципе, грудку отдельно присолить на минут 5, поперчить, потом уже закинуть в миску. Такие небольшие кусочки я нарезаю и также перекладываю в мисочку. Воду ставим на газ, но не нужно ничего подсаливать, потому что все будет готовиться в пакете. Опять тщательно все перемешиваю. Беру пакет. У меня просто новый фасовочный пакетик, то есть не нужно там несколько их. Еще немножко сырочка добавлю. Сырочек придаст свою вот эту сливочность. Теперь вот я переливаю. И стараюсь всю массу чтобы вся масса пошла на уголочек пакета.
Вот так вот. Так, как показано на видео. И завязываю. Не сильно туго. В принципе, ничего туда уже не попадет, никакая влага. Вот. И вот такая красота получается яркая. Теперь можно ставить пакет в кастрюльку. Если хотите, чтобы как получилось, как у меня, старайтесь сделать так, как показано на видео. Вот я сейчас ставлю в воду и придерживаю, чтобы зафиксировалось дно, чтобы пакет не упал. То есть буквально пару минут, и форму он принимает, ту, которую вы ему задали. И вот уже, когда вы понимаете, что он, в принципе, без проблем стоит, можете отпускать. И не забудьте накрыть крышкой. Крышка важна для того, чтобы там приготовились быстро грибочки, грудка. Помидорам-то не страшно, но грибы обязательно нужно, чтобы они приготовились. Так грудка-то быстрее даже, наверное, готовит, чем грибы. Отлично отходит от пакета, ничего не прилипает, то есть прям ничего я не смазывала пакет никаким маслом, ничем. Тут я уже себе подготавливаю тарелку с помидорами. Все, конечно же, взвешивается. Сразу скажу, огурчик у меня отмутили. Так что остался без огурчика, но я не стала себе его подрезать. Вот мой омлет уже готов. Только вытащила, очень горячий. Аккуратно раскручиваю, так как у меня даже он немножко перевернулся, но вода так и не попала ничего туда. Видите на видео, что вся начинка внутри. То есть снаружи ничего не видно. Пар идет горяченный. Видео в конце прилагаю, как он в разрезе. Сейчас его, эту горяченную такую шайбочку переложу в тарелочку. Он не разваливается ничего, при том, что я только что при вас его вытащила. Отличный. Ну, конечно, как это без моей головы, тут вообще не обойтись. Вот такая красота. Вкусный, красивый. И самое главное, вся начинка внутри. Ничего не вываливается, не разваливается. Приятного аппетита.